Мы находимся на улице Беляева. Здесь вовсю идут дорожные работы. В этом году автомобильную дорогу ждет почти 21 тысяча квадратных метров нового покрытия. Уже на этой неделе работы завершат. Улицу будут не узнать, а мы поехали дальше. С этого года для ремонта дорог в округе используют асфальт Шейма-16. Он максимально износоустойчив, а его гарантийный срок достигает 8 лет. Такой асфальт уже уложили на многих улицах. Беляева 9-я по счету в этом списке. Объем капитальной замены покрытия там, где ямочный ремонт уже не вариант, составит в этом году почти 105 тысяч квадратных метров. Работы на Беляева самые масштабные. От железнодорожной станции Чкаловской в сторону платформы Бахчеванжи 3400 метров. Новый асфальт укладывают на поверхность, которую предварительно обрабатывают специальной эмульсией. Идеально ровное покрытие обеспечивает такая вот громадина. Этот высокопроизводительный асфальтоукладчик лидирует в своем классе и оснащен по последнему слову техники. Однако, несмотря на то, что процесс укладки нового асфальта сегодня максимально автоматизирован, ремонт дорог никогда не обходится без кропотливого ручного труда. Временные трудности, которые испытывали водители, окупятся с лихвой, когда они на собственных колесах оценят новое покрытие. Виктория Мельник, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.